Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту. И начинаем мы его с западнее поселка Байгерова на досмотровом комплексе, предназначенном для грузовых поездов. Сегодня немножко необычно, начнем чуть с конца и пойдем в сторону Байгерова. Вот здесь он будет заканчиваться или начинаться. Впереди, вот по ходу движения сейчас, там Чистополье. Там Джанкой, там Феодосия. Но мы делаем кружок, разворачиваемся и на Байгерова. Вот видите, здесь начинается досмотровый комплекс для грузовых поездов. Напомню, что 1 июля должны уже пойти поезда по Крымскому мосту, грузовые поезда. Здесь идет работа, вот плиту армируют, здание будет здесь какое-то. Ну а пока мы летим, хочу поблагодарить всех за поздравления в мой адрес с днем рождения. Очень много было откликов, спасибо большое, было на самом деле очень приятно. И еще, вот здесь вот тоже, видите, это где-то вот в этом районе будет именно рентген сам. Просвечивать будут вагоны. Ну а чуть дальше там будет аналитический центр, вот здание. Ну к нему еще мы долетим. И еще хочу поздравить Веру, Нику, с днем рождения. Второй раз. Первый раз я ошибочно поздравил ее 11 числа. Ну, я думаю, простит меня. Два раза лучше, чем один поздравить. Еще раз пожелать ей всего самого наилучшего, здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего-всего самого хорошего. Ну а мы с вами двигаемся дальше. И вот с правой стороны, все уже знают, наверное, это вот новая дорога, ее вынесли, здесь построили новую дорогу. Вместо старой, вот этот кусок здесь, где сейчас располагается досмотровый, шла она параллельно железной дороге. Ну а сейчас здесь вот строят и никак не построят. Работать во время карантинных мероприятий строителям разрешили. Все инфраструктурные проекты работают, дорожная сеть. Ну вот сейчас мы посмотрим с вами, посмотрите, здесь перекрытие, второй части этого здания перекрытие армируют. В предыдущих видео мы с вами видели, как набирали опалубку перекрытия, ну а сейчас идет армирование. Вот посмотрите, 2 метра между людьми есть, соблюдают социальную дистанцию, как ее сейчас называют, 1,5–2 метра. Ну, вот такую довольно-таки приличную площадь нужно заармировать будет. Зашили вот опалубкой и теперь армировка. Ну, продолжим мысль свою насчет, вот в городе стало очень и очень мало машин, и президент призвал всех заняться дорогами, что собственно в Крыму сейчас начали делать. В частности, в Керчи очень интенсивно сейчас освежаются все разметки на дорогах, пешеходные разметки, осевые разметки. Ну, идет полный ремонт, ямочный ремонт такой хороший сделали. Ну вот занялись делами по асфальтному хозяйству, по дорожному хозяйству, пока машин совсем мало. Ну а мы с вами пересекли путепровод, который соединяет северную и южную часть поселка. Вот сейчас это здание общежития, где живут строители. Не знаю, как сейчас, живут ли там они. Ну вот раньше, когда вот такая интенсивная стройка была, тут жили тюсовцы, тюс-путь фирма, железнодорожники. Вот жили в этом общежитии. Ну а мы с вами при помощи чудодейственной техники перемещаемся в район села Октябрьское и начнем свое путешествие от гусепровода в сторону Байгерова. Посмотрим вот этот кусочек, давно он у нас не был охвачен, что же здесь нового. Ну вот сразу мы видим с вами, что на гусепроводе уголка нет пока.
предыдущих видео мы видели, что здесь работало много техники. Вот и нагревательный такой, нагревательная техника, которая рельсы греет. Вот я даже и не знал, сказали. Подбивочно-рихтовочная машина, метла, как называют, это выравнивает балласт финишный ровно. Вот как подсказали, называют его железнодорожники метла. Это уже такой финишный, заключительный аккорд, чтобы все ровненько было. Ну а затем уже можно будет и контруголок ставить на инженерные сооружения. Все это мы разговариваем с вами о джанкойском направлении. Вот здесь старое направление потихонечку начинает травкой зарастать. Это хорошо видно по правой стороне. Ну а перенесли на 140, на 150 метров южнее. Дорогу вынесли, вот как сейчас она идет, чтобы раскопки археологические сохранить. Вот здесь вот они и находятся, с правой стороны. И вот такой зигзаг, такую загогулину сделали железные дороги. Здесь вот с правой стороны по ходу движения шум забор, потому что справа село Октябрьское. Ну и по всем нормам и правилам сейчас нужно ставить шумозащитные экраны. Ну и с левой стороны очень большие работы были произведены по устройству водоотведения. Лотки водоотводящие, чтобы не вся эта вода с левой стороны, видите, ведет на подъем, чтобы все это отводить и не причинить вреда насыпи. Ну а мы худо-бедно подобрались с вами к двум перетокам. По ним должна перетекать река Мелек-Чисме. Та самая загадочная река. Здесь вот собралось все в одну кучу. И два перетока, довольно-таки такие мощные два тоннельчика. И две линии электропередач. Тоже вот здесь. Обратите внимание, возле путепровода стоит сварочный аппарат на джанкойском направлении. Сваривает рельсы в бархатный путь. Ну, соответственно, значит, еще и контруголка нет на путепроводе, как он раньше назывался, северный обход Керчи. Ну, а мы с вами здесь посмотрели, на двух участках побывали. Побывали в начале ролика село Осовины. Очень красивые там места. Это рядом с Юркино. Азовское море. Ну вот на карте хорошо видно, где он находится. Мы разворачиваемся с вами и давайте пролетим по селу Октябрьское. Большую его часть мы пролетим по улице Садовая. Посмотрим, что здесь у нас и как. Ну а я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Еще раз спасибо за поздравления и моральные, и материальные. Огромное спасибо за теплые слова. Будьте здоровы. Вот она, улица Садовая, и двигаемся вперед. Будьте здоровы, всего вам хорошего и до новых встреч.